Инновационный, стильный, легкий и бесшумный. Вот он, автомобиль будущего. Вес не более 200 килограммов, на крыше солнечные панели площадью 4 квадратных метра. Машина движется благодаря им, но также может подзаряжаться от обычной розетки. Корпус и некоторые элементы ходовой части сделаны из углепластика. Такой материал применяют преимущественно в авиации и военной технике. Создателями первого российского солнцемобиля стали студенты и аспиранты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Хотелось сделать что-то необычное, что-то сложное, то, что в России пока еще, к сожалению, никто не делал. Вот. Собрались мы с ребятами, ну и начали работать. Первый раз мы прототип представили в октябре, опять же, в Сочи на фестивале молодежи и студентов. Вот. Потом нам пришлось провести некоторый реинжиниринг, доработать его. Вот. В принципе, на все про все у нас ушло 2 года. Машина уже прошла тесты в Пулково, финальные на Сочи автодроме. Управлял автомобилем, который может разгоняться до 120 км в час, известный гонщик Дэвид Маркозов. Пилот команды SMP Racing отметил, автомобиль хорош, но требует доработки. Знаете, как будто бы вот новый iPhone появился, потому что не похоже, что автомобиль будет двигаться без бензина. То есть я как бы не пробовал, да, вот и пробовал электромобиль, понимаю, что заряжается от розетки, электричества. Доработать нужно. Я говорю, шасси я бы доработал, чтобы она была быстрее, хорошо бы управлялась и лучше тормозила. На доработку не так много времени. Заезды в Сочи стали финальными перед отправкой машины в США для участия в American Solar Challenge. Это чемпионат среди солнцемобилей. Гонка пройдет с 14 по 22 июля. Кстати, российскую машину назвали Sol, то есть одни солнечные сутки на Марсе. Один Sol равен примерно 3000 километров. Именно столько в рамках чемпионата в Штатах и должен будет проехать наш солнцемобиль. Эта модель создана специально для гонок, но технологии, используемые при его проектировании, в перспективе могут быть применены и при создании транспорта будущего, предназначенного для городских дорог и личного пользования. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.